Добрый день, сегодня такой нестандартный анбоксинг, скорее игрушка, чем головоломка. Называется Fantasy Cube 2x2. Ну, как мы видим, это что-то вроде робота, то голова будет вращаться как кубик Рубика 2x2. Давайте скроем да посмотрим. Я вообще не любитель покупать что-то подобное. Даже не первая идея, которую такую замечал в магазинах. Ну вот, сын у меня любит роботов, для него и купил. Сама голова и туловище. Что там еще внутри есть, но на самом деле пусто. Это уберем, уберем, уберем. Производитель непонятно какой, но будем считать, что Fantasy Cube. Не знаю, кто это. Видим тело, которое можно вставить в голову. Да, это даже стоит. Такой головастик получается. Ну, все-таки нас будет больше интересовать, что это за куб. И вот так он вращается. Кстати, ну, для непрофессионального кубика очень даже неплохо вращается. Лучше, чем Рубикс. Правда, угол совершенно не режет. Что, наверное, грустно. Давайте попробуем замешать да собрать. Если поближе рассмотреть, там, по-моему, было два цвета, второй не помню какой, кажется, черный. А, какой-то один был одноцветный и один такой двухцветный, синий-красный. Помешаем. Здесь сразу видно, что вот нижняя сторона такая гладенькая, верхняя рельефная. По ней можно ориентироваться будет. Резко угол, конечно, не помешал бы. Он, по всей видимости, даже не настраивается. Ну, как-то вот так он перемешивается. Уже с трудом узнается здесь голова. Ну, попробуем собрать. Это явно не отсюда, это явно не сюда. Если так, и не сюда тоже. Ага, неправильно. Раз, два элемента. Я, похоже, не с той стороны начал. Вот отсюда начнем. Сейчас это будет проще. Вот, есть. И вот этот еще сверху. Да. Перепутал вот с этой стороной. Собран первый слой. Уже видно глазки. Так, теперь главное понять, как здесь выглядит Ойл. Ну, допустим, что вот эта рельефная сторона, это как бы верх. Тогда у нас глаза получаются. Так, да, что-то похожее. А, все, скипанул. Ну, как бы собирается. Собрать можно, если присмотреться. Ну, первый раз собирал не очень быстро. Думаю, со второго-третьего можно побыстрее. Но вряд ли я это буду в скором времени еще собирать. Сейчас вернется сын из садика. Ну, ему все это вручу. Вот такой вот есть кубик 2x2 в виде робота.
с непропорциональной головой, маленьким тельцем. Для детей, наверное, будет весело. Носы не проверим. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.